хорошо сидя в маске. Мы занимаемся чем сегодня? Учением ребенка. Учением ребенка. Мы занимаемся делением. Что такое деление? Учение ребенка. Деление – это то же самое, что умножение, только наоборот. То есть мы проходили, там было 20 фишек. И 20 фишек – это то есть 20 равно, это 5 умножить на 4, 20 умножить на 1, 10 умножить на 2, да? Руками ничего не трогай, положи на место, чтобы не отвлекалось. Я не буду. Ты уже отвлекаешься. Подожди, я сейчас вот эту всю эту фигню уберу. Да ты уже отвлекаешься. Смотри, здесь 15 фишек. Здесь 15. 15 поделить на 3. Сколько будет? Ну, давай дели. То есть нам надо сделать 3 одинаковых кучки, да? Угу. Ну, а ты вот так вот можешь представить, из чего 15 состоит? Нет, в равных частях. Я не знаю. Ну, таблицу умножения ты же маме сдавала. И мне сдавал, и сегодня будешь мне сдавать. Мне мама сдавала. Ну что умножить на 3, чтобы получить 15? 5. Считать теперь фишки. Пять. Получается 3 умножить на 5, получается 15, так? А опять смотри, 15. И поделить на 5. Сколько будет? Семь, 10, я не знаю. Хорошо, дели на 5 кучек. Может, даже 3. Все ровные? Проверяем. Все ровные. Я бы под конец сказала 3. Ну, я слышал, но... Ну, ты начала собирать 7, 10, 3, все подряд. Так сколько? То есть 15 поделить на 5, сколько получается? 3. Хорошо. А 15 поделить на 3 сколько будет? 3. Да. 5. Молодец. Так. Здесь 20. Давай с простейшего. 20 поделить на 2. Пять, десять, пятнадцать. Тебе надо показать бабку там время. Говорю, 5, 10, 15, 5 идет там такое. Давай дели тогда на 2 и считай, если ты. Что надо умножить на 2, чтобы получить 20? 2 на 10. Ну? Вот ты ответила? Или ты себе не веришь? Нет, не ровные. Подожди. Может, я не доложил? 4, 5, 6. Да, я одну фишку забыл. Тогда ровно. Десять.
Я же тебе говорю, проверить умножение в обратном делении, это умножение только наоборот. То есть, если 20, я тебе говорю, надо поделить на 2. То есть, что ты думаешь? То число, которое ты представляешь, умножаем на 2, ты это умножишь. Так, давай обратно в одну пачку. Я хочу поиграть. Поиграем, сейчас мы позанимаемся. А то вот этот вот ребенок говорит, что это в 6 классе, это сильно рано. Проходить, прости, деление. Это в 6 классе надо в умной вундергенской школе. Так, смотри, опять 20. Мы чем же занимаемся? Ты делишь на целые числа, чтобы получилось целые. Да. То есть мы не буду я тебе заставлять там, на 3, на 3,5 делить. Давай дальше. 20 поделить на 4. То есть вот эту вот кучку 20 вот это поделить на 4 мы ровно. Мы это уже делали. Да. Или мы написали? Да. Это... 4 это. Да. Вот как только ответишь, я... 2, 5. То есть 20 поделить на 4, это будет 5. Как я поняла, да. Мне может 2. Может, я не помню. Я помню, как вот это... Дели тогда. Все, если ты не помнишь, дели. 4. Одинаковые кочки? Да. 5. Ну, а таблица умножения тебе что говорит? Вот предположила, то есть, если 4 кучки по 5, то есть 4 умножая на 5, сколько по таблице умножения получается? 4. И что? 4 на 5 умножить, сколько будет? 20. Ну, сходится? Да. Тогда зачем эту кучку разбирать? Я не знаю. Теперь что я делаю? Покарай, не знаю. А теперь надо поделить на 5. 5. Что? Задание понятно тебе? Угу. То есть 20 разделить. Ты ответ не знаешь, поэтому разбираешь, да? А какие-то мысли есть? Какое число надо умножить на 5? 2 надо умножить на 5, чтобы получить 20, да? И это... 4. И это в 9 лет. Это вот в этом году будет 10. Это вот канадская школа. Да причем еще не тупой ребенок. Защитись. Так 2, 4 или 5, или что там получается? Я не знаю, еще на сколько. Забыл. 20 надо поделить на 5. На 5, понятно. То есть ты не знаешь, какое число надо умножить на 5, чтобы получить 20. Сегодня вечером таблицу умножения. Я тебе даю дебилизировать после занятия 15 минут. И что-то полезное все-таки сделаю. Да, и после этого полезного, полезная таблица умножения, как только ее сдаешь, к дебилятору допускаешь и не сдаешь, значит нет. Так, ровно все? Угу. То есть 5 кучек? 4. 4, то есть если 20 поделить на 5, получается 4. А обратно как проверить? 4 умножить на 5? Давай беру и сделаем новый пример тебе. Потому что мы долбили, ты помнишь, что ты 20 на 5 делили. Здесь 18 фишек. И... То есть это равно 18. И... Ну, давай простейший на 2 подели. Ты подожди, ты мозгами пошевели. Фишки это уже когда вот вообще. Я не могу. Не можешь? Я не могу вас когда шевелить, я не в одном месте. Так, я знаю, таблицу вот поэтому тебе в нужное место сейчас мозги переправляются. Чем ты больше правильно думаешь, образовываешься. Смотри, на. Поделить на 2. 18. То есть как проверить? Проверить надо обратное умножение. То есть что надо умножить на 2, чтобы получить 18? Точно? 9. Теперь разбирай, чтобы посмотреть. Ты же сам говоришь таблицу умножения. Да? Разбирай, проверяй. Так, сейчас получится неправильно, ты мне будешь еще таблицу умножения повторять. Я? Без проблем. Я тебе даже не дам посмотреть. Если мне что-нибудь неправильно ответишь, да. Я тебе накручу. Хорошо, хорошо, согласен. Еще на 2? На 2. Еще я их помню.
Считай. Девять. Значит, все правильно, да? Теперь маленько... Теперь маленько я... Следующее начинается. Я все, что задаю, только целые числа. Никаких там, говорю, 3,5, 3,2, такой-нибудь. А что такое 3,2? А это мы потом с тобой попробуем. Не надо. Да надо, надо. Нет. Да надо. Здесь 18. Надо разделить на 3. Сколько будет? Котовоителен глаз. Ой, а что же, сколько было? 2? 8? 8? Я не буду гадать, я говорю, я поэтому... Как проверить? Стоп, как проверить? Ты рассказывай, будешь раз рассказывать. Проверить? А еще можно опять пример рассказать? Да, здесь 18, надо поделить на 3 сейчас. Как я понимаю, это 2 на 3. То есть 2 на 3 умножить будет 18. Так получается? 6. Что 6? 6. 2 на 2, 4, 2 на 3. Я 4. Знаю таблицу умножения. Что 6? Ну, 6 должно тут быть. Пишу. Хорошо. Как я понимаю. Проверь. Делай 3 кучки ровных. Равных. И считай, сколько там получается. Нет, я вижу, что наниже. Вот теперь равно. 6. То есть... Вы... Да. Да. Но я тебе говорю, обратное действие. Ты берешь, думаешь, что надо умножить, вспоминаешь. Это отчасти и уравнение, и деление. Чтобы получилось 18. Получается 6. Теперь. Это почти плюс. Да, это 6 плюс 6 плюс 6. Можно плюсом это. Может таблица умножения, которую ты знаешь, но должна знать. Бам. И а все. Знаешь, что еще странно? Можно выучить всю таблицу умножения, но плюс ты никогда не выучишь. Плюс никогда не выучишь. Ну, таблица умножения, она взята, вот наша советская, она до 10. Поэтому простая. Если там 11, 12, 13 начинать, там такие числа... 45 на 38. Так, 18. 18. Сейчас делишь. 18 на 18. Один? Да. Я-то знаю. Дели на 6. Рассказывай свои мысли. Да. Котовоителя застегни, он вижу заколочку на пакетике. Чтобы глаза не лезли. Можешь говорить за колье, а не... Можно я сейчас выстрелку сделаю? Что ты сделаешь? Скоро пошли. Еще один спала, потому что будет много энергии, сейчас мы с вами будем меня ходить. Так, давай садись. Вот память, да? Отпусти шкуру, потому что отвлекаешься на ее держание. Ты даже не можешь цифру запомнить. 2. 18 и 6, я сказал. 18 поделить на 6. Расскажи мысли какие, как это должно делаться в уме. Это не значит, что все бегают и там фишки, счетные палочки. Как я понимаю, если 13, 18 тут, а тут 1, то цифра, она становится меньше, подъезжает 18. Я ничего не понял. Если 18 на 18, это будет 1. Ну? А если 18 на 1? Если 18 умножить на 1, это будет 18. Ну? А тебе надо на 6. Причем тут 18 на 1? А тебе подожди, сейчас.
Расскажи, пожалуйста, свои действия, как должно. Ну, тут ты сам не понимаешь, я тебе только сказала. Я-то прекрасно понимаю, как правильно. Я не понимаю твою логику, которая отсутствует, потому что сама себе уже напротиворечила и на один что-то там, и еще что-то там насчитала. Смотрю. Да не надо бумажку, словами поясни, Настя, все в мозгу делается. Если вот тут один, а тут 18. Хорошо, вот она одна, вот она 18. Какое отношение, если говорю, вот эту надо разделить на 6 частей? Тут один, а тут 18. Вот 18. Вот этого не существует. Как не существует? Ты говоришь 18. Ну, я так не могу объяснить. А я могу, зато вот мы можем сравнить, что вот это 18 раз больше. 18 раз выше, 18 раз больше по объему. Хорошо, я тебе подсказываю. Вот это 18, это 3, а вот это 1. Так как? Я тебе специально, чтобы заколку закали и не трогай больше. Не понимаю. Вот я тебе сейчас расскажу правильно. 18 надо поделить на 6 одинаковых частей. Так? Угу. Потом ты расскажешь. Я тебе расскажу сейчас, как правильно, ты поймешь. Не хмурься на меня. То есть мы идем от обратного. Какое число надо взять 6 раз, чтобы получить 18? Таблица умножения опять. Шесть умножаем на 6, получается 18. Правильно я понял или нет? Да. Хорошо, а теперь таблица умножения, прям стих. 5 на 5. 25. 6 на 6. Ой, я про другую, я думала. Про другую таблицу умножения. 6 на 6 сколько будет? 36. 7 на 7. 49. Я просто думала про... Я даже не помню. Да, вот что-то. Вот даже не помню, что думала, не понял. Не трогай заколочку, закрепи волосы. Вообще, я помню, что-то на 6 было 18. Так, руки было... убрала теперь. И теперь, какое число, что надо взять 6 раз подряд? 6 на 6. 6 надо взять 6 раз подряд, и да. Получится 18. Да. То есть 6 на 6 будет 18. Да. А 6 на 6 не 36. И 5 на 5 не 25. Ты меня путаешь. Я тебя путаю? Да. Я тебе даже подсказал все план действий, тебе на одно осталось число. Дели на 6 равных кучек. Давай их вместе, чтобы видно было. Три. Теперь видно, что... Что три? Три. Что три? Тут каждый вектор три. Слезы вытри, которые ты зачем-то по маньке льешь. То есть 6 на 3 будет 18 в таблице умножения, да? Ну это так знала. А получается 18 поделить на 6, то что будет? Три. Все, мы закончили? Нет. Сколько еще примеров? Сейчас мы вот 8. Максимум 5. Да я думаю, один нам достаточно это будет. Хорошо. Что у меня нервы тоже не это. Ты видишь, какие там, я орать могу, да? Ты когда ты говоришь, как будто бы ты орешь. Хорошо, все правильно говоришь. Тут 18. Да. Надо разделить на 9. Сколько будет? Как это найти число? И вот отсюда сделать 9 ровных кучек. Да, 9 ровных кучек. Сколько каждая кучка будет? Я знаю, что руками это потрогать. Ты в голове пример скажи, как ты понимаешь. Так, наверное, можно и Маньку научить, если бы она была обучаемая. Там, не пол, а пилки чуть побольше было бы. Нет, только тренировать на кровать можно вечером.
Это другое. Но он... Подожди. Расскажи, что есть. Есть? 18. 18. И на сколько надо частей поделить? 9. Давай пойдем от обратного, с другой стороны. 2 на 9. Что, 2 на 9? 18. Вот 22. Это да? 22 или 18? 18. 8, 22, 18. Так сколько будет, если 18 поделить на 9? 2. Подними ведро. Давай, разделяй на кучки. Таманька в углу лежится. Пускай она тут видела. На солнце лежала, так ей хорошо было лизаться. Вкусные лапы. Все, вкусный хвост вкусный был. Так, вместе их соберем. Собирай. Я собираю. Все одинаковые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да? Угу. И получается... Все правильно, да? Девять. Девять? Подожди, я считаю, раз, два. Раз, два, три, да, кучек-то я девять посчитал. В каждой кучке. Я тебе сразу сказал, задание было, что 17 поделить на 9. А она считала 7. Так, ладно. Урок вундеркиндов пока закончился. Uh-huh. Пока. Но я у тебя таблицу 15 минут я разрешаю подебилизировать, потом проверяю. Я вообще-то что-то правильное считал. Хорошо. Но потом, потом я проверяю таблицу умножения. И по ее результату будет... Допуск к дебилятору. Понятно. Понятно. Ну все.